когда пенсии будет повышать. Индексация страховой пенсии у нас была с 1 февраля 2015 года, а индексация социальных пенсий с 1 апреля. Когда увеличат пенсии, кому положен перерасчет и какой необходим список документов? Жителей 16-го комплекса в Челнах консультируют сотрудники пенсионного фонда. На импровизированной площадке со своими вопросами собралось больше десятка пожилых людей. Бабушек, дедушек, все они довольны, сказали, что нормально, что я это организовала. Я говорю, нет, они сами приехали, сказала я. Пенсионерка Дания Ильясова воспитывает внука инвалида по зрению. За это ей полагается компенсация в 1200 рублей. Однако по закону получать эти деньги она права не имеет, разводят руками специалисты. Бабушка уже получает пенсию по старости. Кто пенсию получает, две пенсии нельзя, говорит, получить. Чтобы нигде не работающих, надо как-то рабочие. Специалисты пенсионного фонда за 3 часа работы на свежем воздухе успели проконсультировать 50 челнинцев и даже приняли 3 заявления по отказу от набора социальных услуг. Но почему-то эти люди не доходили до пенсионного фонда, а вопрос он сам по себе никак не решится. Вот видите, как хорошо, что мы выехали. Мы раз и вот эти вопросы ответили. Пускай это несколько человек, но все равно решение. Еще одна выездная консультация пройдет во вторник, 7 июля, возле дома 1701 с 16 до 19 часов. Дмитрий Аверкиев, Алина Сидорова, Петр Греков, эфир 24. Знай наших, участвуй в акции Куранова 80 и получай призы. Подробности на сайте www.efir-kazan.ru.